Здравствуйте, зрители моего канала, Самоварат, это я. Вас приветствует Михаил Купцов. Давно я снимал ролики. Так, работы много к Новому году, всем нужны подарки, как говорится, к Новому году. И поэтому как-то не было времени снимать ролики. Но сегодня мы хотим вам показать вот такие два предмета. Вот такой вот самовар большой. Ну, он называется «Гладкая ваза», в народе называется это «Репа». Вот такой вот. Самовар привезли мне на реставрацию. Привезла мне женщина, это девушка, подписчик моего канала, привезла вот такой вот самоварчик. Самоварик 9 литров. Такой большая такая довольно-таки ваза. Вот так вот. Самовар фабрики Шапошникова. Вот. Так, подойди поближе, рассмотрим поближе самовар. Так. Какие у него детали? Вот все детали у него родные. Так, вот такая вот сушилка. Заглушка тяжелая, вот. Так, конфорка, вот такая вот. Потом, так, крышка, вот. Вот такая, видите, вот так крышки делали вот такие вот соединения. Вот такие соединения делали в старину. Просто, ну, когда женщина приехала ко мне, она подумала, что это самоделка, самопал, да? Но такие-то оригинальные крышки, это старину делали так, на заводе крепили. Вот так самовары. Вот так крышку делали, да? Вот такое крепление было. Вот. Вот такие хватки. Ну, хватки мы все поменяем, соответственно. Не хватает паровика. Так, есть небольшая трещинка на крышке. Вот так вот. Потом. Вот такой вот самовар внутри. Все мы это пролудим, сделаем новое лужение пищевым молом, соответственно. Проблема в чем? Нам мы будем трубу обрезать снизу, потому что труба слишком высоко сделана, чтобы она, вот это плечо, должно совпадать с плечом, вот с края самовара, вот здесь вот, да, вот плечо. Не знаю, видно, не видно, вот так вот, да? Потому что труба все-таки высока, ее надо будет обрезать, чтобы пониже опустить. Потом, что у нас тут? Так, посмотрим, как вот кран, вот такой вот. Такой верток. Самовар будем делать желтый. Вот тут никель, но он здесь обрез. Самовар будем, соответственно, делать желтый. Остались вот остатки клейма. Так. И вот такой зольник. Зольник родной, вот такой вот. Все. Ну, мы все почистим, отполируем, и, соответственно, когда мы его сделаем, я вам все покажу, как он будет выглядеть. Вот такой вот самовар, говорю, 9 литров в этом самоваре, довольно-таки, говорю, крупная ваза. Да, вот еще тут нога повернута. Нога повернута, ногу мы, конечно, выровняем, она, ну, вот видите, на кран на бок. Ну, вот такая вот ваза. Будет там отремонтирована для нашего подписчика. Когда мы сделаем, я вам все покажу. Потом. Ой. Следующий самовар. Следующий предмет хочу вам показать. Ко мне тут приезжал тоже подписчик. Вот. Он спрашивал меня про чайники. Вот такие вот чайники. Ну, Сухова, как говорится, как в фильме. Это в популярном фильме «Белое солнце пустыни», да, там у товарища Сухова вот такой вот чайник был. Вот. Чайник тоже латунный, самовар латунный, чайник тоже латунный. Вот. Мы его можем отполировать. Сделать новое лужение. Вот тут вот такой. Мы его сделаем, накид удалим. Он будет желтый, блестящий, как новый, да? Внутри будет новое лужение пищевым молом. Вот такой чайничек, вот я показываю, ко мне тоже подписчик приезжал недавно. Два довольно-таки военных приезжали. Вот. Они меня спрашивают про чайники. Вот, это для вас, Андрей. Я вот показываю, вот такой вот чайник мы можем сделать. Вот. Для вас вот такой вот. Ну, вот этот чайник бывает тут год еще стоит, вот. А бывает без года, тут год бывает. Ну, где-то чайники 49-х годов, там, 42-х, 47-х, где-то таких вот годов, 52-х, вот, после военные времена, да. Ну, как-то так. Вот сейчас еще вам покажу такую вазу, тоже она пойдет. А вот эта ваза тоже вот такая вот, ну, просто мы ее помыли, вот. Вот такая ваза, тут крышка где-то была, комплект. Ну, он тоже в комплекте, все, крышка есть.
Вот такая ваза, вот она вот поменьше, да? Вот так взять, да? И вот эту, да, вот видите, они поменьше размером чуть-чуть. Вот. Тут тоже есть, тоже она старинная. Не вижу, какой там клеймо, не вижу. Но вот она тут клеймо есть, потом мы почистим, я кому надо, фотки скину. Вот. Так, вот такая ваза тоже будет, вот эта ваза в продаже будет. Кому интересно, кому вот интересует такая ваза, все, я говорю, тоже крышка, все, у нее все есть. Вот. Она пойдет на продажу. Так вот, так что кому интересно, заранее договаривайтесь, потому что звоните, если кому эта ваза нужна, мы, короче, ее сделаем и продадим. Потому что самовары просто все под заказ сейчас на расклад. Поэтому, когда люди звонят, просят вас есть что-нибудь на продажу, вот я говорю, если вы хотите, мы вам сделаем. Так вот. Ну, как-то так, с вами был вот Михаил Купцов. Так что подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылка будет под роликом. Вот. Потом на Фейсбуке группа есть и группа в Одноклассниках. Ну, ролик вот такой вот получился. Мы когда все сделаем, я все вам покажу. Ну, всем счастливого дня, всем до свидания.